Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в пятницу 13-е. Маугли здесь, мы с вами играем за потлатого мужика, который у нас уже открылся в результате того, что мы прокачивались. Так что все нормально, в этой серии я никого избивать не буду, все нормально, я всех ребят предупредил, говорю, что я иногда фигней страдаю, но в этот раз я не буду повторять подобное. Все-таки иногда нужно вести себя как примерный мальчик. Вот этого мужика, я, честно говоря, не запомнил его имя, но у него статистики довольно-таки, ну, я бы сказал, сбалансированные, серьезно. То есть у него как бы и выносливость есть, и сила определенная есть. С ремонтом у него все в порядке. То есть он такой как бы нормальный парень. Джейк Шин с нами бегает. Пусть бегает, погоди, где моя... Подожди, он забрал, что ли, мы... Он забрал мою биту, подонок. Что, здесь больше ничего нет такого? Наверное, все облутал. Ну ладно, пошли дальше. Ничего, он выглядит как такой, знаете, рокер-байкер, крутой парень. Может быть, даже положительный герой, не очень мозливый. Волосатый. Я надеюсь, что волосы не будут лезть ему в лицо, когда Джейсон будет хватать его за горло. Ну так, здесь еще никого не было, прекрасно. Но кто-то уже бежит. Так, что это у нас такое здесь? У нас здесь почему-то спасательные жилеты. О, ключики. Прекрасно. Очень хорошо. Тем более мы рядом с машинками оказались. Так, давай-ка быстренько сейчас поставим сюда. Давай-ка мы сначала закроем вот эту штуку. О. И мы поставим сюда капканчик. Немного не в тему. Немного не в тему. Как-то он влепился сюда. Надо было выровнять получше. Ну ладно, бывает всякое. Пошли посмотрим, что еще у нас здесь есть. Так, ключик. Шкафчик. Это нам не нужно. Ножичек бы нас найти. Ну, петарды тоже пойдут. Я начал с перком, который дает мне одну хилку уже с самого начала, и это круто. Это очень здорово, по крайней мере, у тебя есть небольшое преимущество. Упс, стоп, здесь еще у нас есть ящик один. Мы его не проверили, ну ладно. Надо держаться возле машин. Где-то рядом, потому что у меня есть ключи. А это значит, что я могу быть полезным. Так, окна здесь открыты, кто-то здесь уже побывал. Господи, Джейсон, мне кажется, где-то рядом. Так, быстро забрасывай свое тело туда. А вот мне интересно... Нет, смотри, такое ощущение, что не было никого. Почему здесь дверь закрыта? Здесь может быть хилка лежать. Да, действительно, здесь одна хилка есть. Но она мне не пригодится, мы ее оставим кому-нибудь. Да, серьезно, вот смотри, посмотрел здесь все. Полутал и убежал. Очень странно, двери не закрыл, какой-то странный игрок. Что у нас с картой? Кто-то вставляет батарею. Кстати, батарею вставляет, значит, скорее всего, и несут еще туда и газ. Ну-ка, давай, быстро. Сейчас побежим туда. Побежим туда, где все в основном сейчас гасятся. Смотри, там много людей. Скорее всего, они уже нашли топливо. У меня есть ключи, и это может оказаться ценным ресурсом. Вот, бежим. Точно топливо, точно. Так, все, тихо, спокойно. Идем. I got the keys. У меня есть ключи. Ну, конечно, он тут как тут. О, какой крутой голос! Какой крутой у него голос! Супер! Вообще, зашибись просто. Слушай, интересно, как он так говорит? Или через какую-то программу он это делает? Это он сюда? Ой, он сюда, смотри, гасится. Уйди отсюда нафиг. Ну, с топором, кстати. Упс! Зацепил, собака! Ах ты, тварь такая несчастная. Блин, все, выкинули меня. Блин, у меня такие были классные возможности выиграть. Но сложновато, конечно, было ему сопротивляться. Смотри, ножа никакого не было. И что-то я не успел вылезти в окно. Пытался, но не получилось. Ну что, продолжаем. В этот раз нам должно повезти больше. У нас за Джейсона выступает, по-моему, какой-то стандартный Джейсон. А может быть, даже этот синий. Мы прямо возле машины появились. И это прекрасно. Давай-ка выйдем отсюда. Так. Пора, наверное, закрывать все двери, чтобы немножечко помешать нашему дорогому маньячинке. В прошлый... Да, отлично. В прошлый разок... Ух ты, блин, здесь кто-то уже побывал. Ну как так быстро? Ничего себе ты, дай-ка мачетка. О, самая классная возможность была тебя сейчас, конечно, пригубить немножечко. Так, ладно, нам нужна... Ну, какая-то непонятная вон штукенция, чтобы... А что, не открывается, что ли? Давайте исследовать. Он где-то рядом. Он где-то рядом. Закрываемся нафиг. Да, окон здесь тоже нет, кстати. Так что будем как-то выпрыгивать. В прошлой нашей карточке Джейсон каким-то образом чудесным менял голос. И это было очень атмосферно. Мне кажется, было бы классно, может быть, даже действительно попробовать отыграть выживание за вожатого или за Джейсона. Именно с точки зрения как бы РП. Ну, это так называется.
То есть, действительно, знаете, никаких вот лишних комментариев, а только лишь, ну, как бы, действительно, какие-то мысли, какие-то слова, касающиеся именно того, что происходит в игре. Было бы здорово, мне кажется. Так, ладно, давайте попробуем. Сейчас здесь немножечко обезопасим себя. Давай-давай, ставь! Нет, слишком близко мы как бы подходим. О, вот здесь хорошо. Что возьмем, мачете или биту? Я предлагаю взять биту. Бита, по-моему, она оглушает Джейсона, он даже может его повалить. Тем более наш косматый дружок. Ну что ж такое, это неужели где-то рядом? Джейсон, да прекрати. О, это у нас, смотри, как там. У нас там Газевич. Что такое-то, а? Сгинь. Чувырла. Здесь никого нет, он меня может убить, он меня не может здесь убить, кстати. Блин, он где-то рядом. Он совсем где-то рядом. Или уйдет. Да ну что ж такое-то? Он заметил, что я где-то здесь сижу. Окно у нас одно единственное здесь. Может, пройдет мимо, а? Может, не увидит? Да нет у меня здесь, отвали! Он, конечно, где-то меня заподозрил. Все, валь, все, он там разбивает. Разбивает, разбивает. Здорово, чувырла. Заходи давай. Заходи на огонек. Пообщаемся. Давай, 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 давай. Прям в капканчик. А, не можешь в капканчик зайти. Опа, прекрасно, 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 прекрасно. Выпрыгивай, выпрыгивай, выпрыгивай. А, вообще зашибись. Так, мы бежим, 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 бежим. В сторону машины. Ох! Ох, 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 ох. Вай, 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 вай. Где-то рядом. Где-то рядом подонок бросается в меня. Эй, прекрати. Прекрати, тварь. Вон он бежит. Вон он бежит, тварь. Так, они уже заводят машину, кстати. Давай-ка зайдем внутрь. А что, он здесь? Он выбил здесь дверь, блин. А-а-а! Стамина кончилась. Спасите. Помогите. Я надеюсь, он отвлечется на кого-то. А-а-а! Да как он там оказался-то, блин? Я его даже не видел там. Прорывайся, прорывайся. Я успею, я успею, я успею. Да! На, тварь, хватай, хватай газ. Хватай газ, побежали. Тоу! Тоу! Дождись меня. Да уйди ты с дороги, блин. Черт, он идет сюда. Что, будем успевать? Давай попробуем сейчас по-быстрому. Так. Так. Итак. Есть! Двухместная, кстати, машина. Ох ты, блин, что мы с ним будем делать теперь? Ага, понятно. Оружия у меня никакого нет, он ее рубит просто тупо. Попытаемся свалить. Он ее загасил. Ни хрена себе. Он может бегать, кстати, он может бегать. Че, он не бегает? Там оружие какое-то лежит. Хватай, 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 хватай. Да блин, я не вижу. Я не вижу своих индикаторов. Опа. Нифига себе, ее унесло! Охренеть! Вот это вот! Вот это вот был полтергейст! Блин, но он все равно за мной бежит, да? Ты за мной бежишь? Чувырла. И буду его троллить. По максимуму. Я не знаю, но сейчас уже началась такая заваруха, что вот он, мы здесь трое, и он здесь на нас на всех охотится. Не может схватить. Возвращайся обратно, будем бегать вокруг машины. Может, и удастся. Естественно, никакого нет у нас здесь аккумулятора, ничего. Блин, где он? Куда он делся? А, вон он. Чувырлы, убегайте. Убегать по прямой от него бессмысленно, потому что он догонит 100%. Ой, зря, 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 зря туда она побежала. Так, надо смотреть. Надо постоянно его держать. А ну, стой, тварь. А ну, стой, тварь. Да что ж такое-то, попадай. Не могу попасть по нему. Блин, хреново, очень хреново. Я пытался как мог, конечно, но он уже ее схватил. Уже фаза была необратимая. Побежали куда-нибудь в дом какой-нибудь. Сюда, что ли? Помню, как меня здесь троллили. Ой, помню. Да, я понимаю, конечно, чувак, что ты за мной бежишь. Опа, обратно. Обратно, обратно, обратно. Да отвали ты от меня, тварь! Да что ж такое, бей его. Да ёшкин матрёшкин, я смогу освободиться. Я смогу освободиться. Нет, пожалуйста. Не надо. Чё-то не везёт нам за этого мужика играть. Продолжаем мирные побегушечки за нашего косматого парня. Что ж такое происходит?
Ну что, проблемы. Так, смотри-ка, огромное количество домов рядом здесь. Это прекрасно, значит, сейчас мы будем их жестко лутать. Что у нас здесь? У нас две машины здесь есть. Так, ладно, давай быстро закрываемся. Я, кстати, одел очень крутую новую куртку, которую нам дали в обновлении. Да, карта пригодится. Так, смотрим, что у нас там. Мы где-то на отшибе, но зато много домиков. Да, это не может не радовать. Может быть, что-то полезное здесь найдем. Мне нужен ножичек. Мне нужен какой-нибудь аккумулятор. Или что-то типа того. Давай поставим здесь. Давай, 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 давай. Ставим. Джейсон где-то рядом. Я прям чувствую. Блин, да что ж такое-то, а? Ну как он меня мог запалить? Ладно, мы потихонечку уходим. Чтобы он нас в окна хотя бы не увидел. Может быть, он и не будет. Да что ж такое, Джон Сноу ко мне бежит. Джон Сноу, может, не будешь ко мне бежать? Я ж тебе не нужен здесь. О, рация. Малоэффективная штука, потому что часто люди просто не разговаривают, когда играют. Ну, так что сомнительная ее польза. Вот, допустим, здесь, пока мы сидели в лобби, вообще никто ни с кем ни о чем не разговаривал. Если вы понимаете, да? То есть такие молчаливые у нас попались собеседники. И толку с них вообще никакого нет в этом плане. А здесь, на самом деле, в этой игре очень важно... Прости, чувак. Здесь очень важно общаться. Здесь очень важно как-то взаимодействовать. Иначе будет очень плохо. Я думаю, Джейсон там занят кем-то другим. Мы сейчас по-быстрому попробуем здесь все облутать. Смотрим, смотрим, смотрим сразу. О, пистолетик. Пойдет. Ванная комната. В ванной комнате у нас здесь что-то есть полезное, наверное. Эх, ничего нету. Уже который раз я натыкаюсь на ванную с таким вот ящичком, и там нифига полезного. Обычно хоть какая-то хилочка лежит. Так, рация уже здесь есть. Видите, все молчаливо. Как мы будем друг с другом взаимодействовать? Как мы будем друг другу говорить, что Джейсон там, или Джейсон сям, или что какую-то стратегию строить вместе? Нереально. Просто нереально. О! Нифига себе! Вот это вот находочка! Можно прям селфи сделать. Вот такое красивое. Да. Значит, все-таки Джейсон уже здесь побывал и кого-то шлепнул. А иначе как этот человек мог здесь оказаться? Я мастер клинка, что-то говорю. Что-то лагает, смотри. Что-то лагает. Джейсон же не должен приходить на одно и то же место два раза. Как вы считаете? Как натуральный, хороший, добропорядочный убийца. Где он? Я не вижу его. Все, смотри, по домам сидят. Кто-то поставил, кстати, батарейку. Блин, давай-ка в сторону отойдем и греха подальше. А то я пока сейчас в карте буду сидеть. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Какого черта ты здесь оказался? Твою налево! А-а-а! Выбрасывайся, выбрасывайся, блин! Вставай. Бежим, 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 бежим. Конечно, он... Я надеюсь, здесь закрыто. Так, ладно, мы бежим к нашему чуваку. Джон Сноу, здорово, я к тебе Джейсона привел. А ты как думал? Сейчас он ко мне телепортируется. Полюбас. Он же не оставит меня просто так. Вон он идет сюда. Так, он отвлечется. Полицию кто-то вызвал. Это зашибись. Так, быстро, 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 быстро забегаем сюда. Так, он пошел за Джон Сноу. Джон Сноу. Или за мной пошел. Не успеешь. Закрывай скорее дверь, ты, блин. Че творишь? Так, он, по-моему, на Джон Сноу отвлекся. Прекрасно. Давай-ка смотреть. Он рубит там ему дверь. Джонни наш, по-моему, в шоке. У нас есть пистолет. Больше мы взять, естественно, не можем. Давай посмотрим, что-то, может быть, ножичек какой-нибудь найдем. Нифига вообще нету. Куда весь лут-то подевался? Сплошные рации да карты. Ну зачем ты сюда прибежал? Ах ты, блин. Да, это была дурацкая идея. Здесь всего лишь одно окно. Охренеть. Просто супер вообще. Кто-то на машине едет. Так. Что будем делать? Джейсон за ними побежал? Мне кажется, Джейсон побежал за ними. Отлично. Это просто прекрасно. Потому что он сейчас попробует их остановить, а мы побежим за ними. Они уехали! Нет! Черт, ладно. Короче говоря, нужно знать, что делать? Нужно идти в домик, садиться и там сидеть. Джейсон сейчас там с ними будет забавляться, а я буду сидеть и ждать пока... Что такое? Вы выжили? Сегодня серия каких-то непонятных фейлов. Ну, я как бы выжил, это здорово, это радует.
Но, похоже, Джейсон просто психанул и вышел, или у него разорвалось соединение. Ну что ты будешь делать? Надо еще раз попробовать. Эх, я уж думал, Джейсон, потому что на заставочке показывали как раз Джейсона с киркой и с пакетом на голове. Как раз такой у меня сейчас и стоит, но, к сожалению, не удалось. Давайте-ка сейчас быстренько сначала все закроем. Погоди-ка. Что есть у нас здесь? Ничего. Ничего нету в ванной. Что ж такое-то? Дом оказывается довольно-таки большой. В этой сессии сейчас играет довольно-таки много русских ребят. Вполне себе адекватные, нормальные ребят. Так что я думаю, что может быть даже получится хорошо поиграть. Тем более они на микрофонах сидят. И значит мы сможем, наверное, как-то общаться. Если бы только рацию найти. Я вижу. Вы не думайте, я вижу эту прекрасную канистру с горючим. Я на нее глаз положил, как только подошел рядом с ней. Но пока что мне нужно здесь все осмотреть. Так, отлично, у нас есть рация. Ну что ж такое-то, да? Ну неужели он где-то рядом ходит? Я поставил один из перков. Он помогает мне быть незамеченным, если Джейсон пытается тебя отследить. То есть прям вообще незамеченным. Я не знаю, что это такое. Но я лучше свет не буду включать, я лучше так во тьме немножечко похожу. Горючее, это классная штука. Так, у нас здесь... Кстати, кто-то уже поставил батарейку. Я думаю, надо торопиться. Так, хватай эту штуку. Где она только? Где же ее найти только? Наверное, возле большого дома обычно бывает. Так, где окна? Все что-то закрыто у нас. Ребята, я бегу к вам! Возле большого дома, возможно. Это у нас, по-моему, четырех... Да что ж такое-то, погоди. Вылазь. Это у нас четырехместная тачка. Это круто. Больше народу, больше возможности уехать. Побежали. Блин, он где-то рядом. Да, отлично, он прям на меня идет. Да ну что ж такое-то? Это как же ты меня так смог быстренько-то обнаружить-то? Ничего не понял я. Да блин. Да серьезно, да хорош бросаться. Я ж тебе не враг, Джейсон. Черт, стамина кончается вообще конкретно. А, зачем я сюда забежал? Ну зачем я сюда забежал, блин, я его не вижу. Тихо, садись. Давай-ка включим радио. Врубай радио. Я не вижу, где он находится. А, вон он здесь. Ух ты, блин. Пошли наверх. Пошли наверх. А, он здесь пытался разрушить. Давай. Скорее. Я не знаю, за мной он бежит или нет. Но мы с вами выпрыгиваем нафиг отсюда. Да что ж такое? Еще один потлатый тут бегает. Слушай, я же устал. Джейсон, по-моему, идет. Ха-ха-ха, ну конечно. Вообще, зашибись. Что, он бросил меня? Да что такое? Ну почему мне не везет сегодня? Эта серия не закончится, пока мы не победим. Ну хотя бы разочек-то нужно это сделать. Хотя я уже начинаю сомневаться, что этот потлатый мужик, тот человек, за которого нужно играть. По-моему, его зовут Адам, если не ошибаюсь. Я не думаю, что это имя ему как-то реально помогает в жизни. Видишь, он какой-то неудачник. Может быть, поэтому его зовут Адам, потому что он неудачник. И у него и он ничего не находит дельного. И Джейсон его сразу же выслеживает, потому что Джейсону, похоже, не нравятся длинные волосы. Когда мужики носят длинные волосы. Ну, я не ношу длинных волос, так что... Будь я там в реальной жизни, наверное, Джейсон бы не обратил на меня на свое внимание. Такое ощущение, что он где-то рядом ходит, блин. Ой, ну конечно, где-то рядом. Блин, закрывай быстро! Ох ты, блин. Ну что ж такое-то, а? Ну это что вот это за тяжелая судьба такая у меня сегодня? Джейсон, уйди отсюда, ну пришел, ну прям вот ко мне, ну сразу же, ага. Сразу же, самый первый раз. Где моя бита? Бита? Так, как? Я не понял. Каким образом ты, сволочь, смог пробраться сквозь... Как он пробрался сквозь мой капкан? Блин, всю харю порезал, а? Такой красавчик был, и всю харю теперь изрезал. Я понимаю, конечно, что шрамы красят мужчину, но не настолько же. I want to break free. Я успею. Да не успею, нифига. Как он так быстро меня располосовал? Ой. Ну ладно, ребят, ну хоть добивание посмотрите, что ты сейчас скажешь. Не везет мне в жизни.
повезет в смерти. Под занавес. Все-таки дали нам возможность поиграть за Джейсона. Это круто. Не знаю, получится у нас. 7 у него капканов. Вот у этого Джейсона, который носит мешок на голове, у него аж целых 7 капканов. Офигеть. Так, что у нас, кстати? Переместиться мы можем. Мы куда пойдем? Томми Джаред где-то здесь. А давай-ка прям сюда сразу переместимся, потому что они могут быть где-то здесь. Они сразу вызывают Томми Джарвиса. Ладно, пока что других обилок у меня нет. Давай собирать. Давай собирать. Собирай ты, ёшкин матрёшкин. Давай, хватай. Ну! Пинг. И смотри. Смотри, пинг не работает. Во! Это уже лучше. Так, смотрим, кто у нас здесь есть. Кто в теремочке живет? Бегать мы можем. У него много замечательных капканов. Я предлагаю сделать что? Мы сейчас прям к машинкам переместимся. Кстати. Оп! И поставим сюда парочку капканчиков, чтобы они ни в коем случае не уехали. Так, один капканчик. И второй капканчик. Давай. Сейчас он быстро активируется. И второй капканчик. Чего ты не ставишь-то? Типа слишком рядом? Вот так вот. Теперь попробуй подойди. А у него очень быстро регенерируется перемещение по карте. Так, сюда быстро. Опа. Ой, здорово. Здорово. Давно не виделись. Какое точное попадание. Беги, Джейсон. Так, бросаем. Сама налетела прям на нож. А ну иди сюда. А ну иди сюда. Так, давай. Давай. Бум! Есть! Неплохо. Неплохо, головешечка покатилась. Так, мы возвращаемся. Прекрасно, да. Круто. Так, они будут пытаться, естественно, сейчас здесь заправить, но у них ничего не получится. У них получится только в случае, если они будут делать командную игру. То есть мы таким образом как бы их сейчас будем отрезать будем. Так, ставим. Капкан не могу здесь поставить. А почему не могу здесь поставить? Не понял. Я не могу здесь поставить капкан. Понятно. Ну, давай поставим капкан вот здесь. Блин, ты смотри, что сделали, чтоб я на мостике не ставил. Здесь поставим. Какие проблемы-то? Здесь поставим. Кто-нибудь донорвется. И вот здесь еще один поставим. О! Пойдет. Так, они где-то рядом тут все. Они где-то все рядом. Полетели как ним. Помним, что у нас здесь находится газ. То есть кто-то попытается до него добраться. Так, тихо. Не надо спешить. Спеши медленно, как говорится. Очень медленно у нас поднимается Shift. А, вот у нас тут уже и детишечки бегают. Давайте, ребятки. Хорошо, все будет с вами прекрасно. У меня 3 ножа. Ага, радио они сделали. Радио тебе не поможет, чувак. Так, сюда бежим, потому что он сейчас прямо к домику. Что такое? Почему я не могу? Блин. Да что ж такое-то происходит? О, здорово, кто-то здесь. О, он жирный. Привет, мой маленький поросеночек. Джейсон идет за тобой. А, отлично. Так, он с той стороны пытается выбраться. Да, это дурацкая идея. Это очень плохая идея, чувак. Очень хреновая идея. Очень хреновая идея и очень хреновая затея. Да что ж такое-то? Что-то с пингом случилось. До этого все было прекрасно. Так, давай-ка. Где он там? Вон он там бегает. Давай-ка мы сейчас... Да что ж ты, дурак такой, а? Кто это в меня там выстрелил? Он через окно, что ли, в меня выстрелил? Идиота, кусок. Зачем он это сделал? Зачем он это сделал? Мы сейчас ему поможем. Мы ему поможем сейчас. Давай. Отлично. Вот так. Сейчас мы его погоним. Мы его сейчас будем гнать. Мне нравится преследовать свою жертву. Ох, как нравится. I have the keys. У него есть ключи. У Кенни есть ключи. Так, у нас, по-моему, рейдж активен. Активен рейдж. Ломай. Почему? Почему он это не делает? Жирный бегает там, кстати. Прекрасно. Сейчас он попробует убежать через... Ох, да тут двое вас. Ой, вы мои хорошенькие. Сейчас я иду, погоди. Давай. Все, прекрасно. Так, жирный, попробуй сейчас там сбежать. А попробуй, давай.
Да ничего страшного, ничего страшного, все нормально. Гоу, побежали, я тебе сейчас побегу. Давай, Джейсон, быстрее, клемайся уже. Мы не должны проиграть, мы должны завалить их. Открывай дверь. О, так, вот они бегут. Они бегут, бегут, а я за ними лечу. Я лечу за ними с такой скоростью. Какой у него маленький shift. Попал прямо в задницу толстяку. Кто-то попался, по-моему, в мой капкан. А, они пришли в мою хижину. Они пришли в мою хижину, прекрасно. Давайте, давайте, ребятушки. В хижину вы мои пришли, хорошие, ну давай. А я здесь. Привет. Да что ж такое, давайте, убегайте, убегайте, убегайте в капкан. Опа, попался. Попался, жирненький. Здорово, жердяй. Хватай, 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 хватай его, хватай. Так, давай, 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 быстрее, 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 не дай бой, пинг не сработает. Давай, гаси его. Ну, Джейсон, ну что ты ждешь? Блин, я нажимаю все кнопки, почему он его не убивает? Я не знаю, мне кажется, пинг заработал, смотри. Что такое, блин? Почему ничего не происходит? Кобздец. Просто кобздец какой-то. Вот что сейчас? Ну сейчас что-то, сейчас что-то сейчас появится. Да, я его как бы убил, он уже типа был мертвый. Прекрасно вообще, супер. Так, у нас здесь кто-то появился. Да ёкарный бабай, не туда переместился-то, а? Ладно, полетели пока. Перепутал, перепутал немножко места. Это знаешь, как в фильме «Зловещие мертвецы» была такая штука? Там так, зло, оно гоняло вот в таком же духе. С такой страшной музыкой. Вон, смотри, побежал. Стрелять собрался, да? Давай, стреляй. Будешь стрелять? Лошара! Лошара несчастный. Выстрелил. Выстрелил хреново, я смотрю. У-у-у, кто-то попался. Кто-то попался в капканчик. Так, а кто в капканчик попался у нас? А, наверное, где-то вот здесь возле машинки. У-у-у! Здорово, чувиха! Все, прекрасно. Так, давай, 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 давай. О, есть! Да, отлично, посмотрим, каково твое сердце. А сердце у тебя большое. Слушай, я даже дырку не сделал, почему-то, не знаю. Не хватило, короче, мне мощи. Они заслужили смерть, Джейсон. Заставь их страдать. Давай-ка поставим еще один капканчик сюда. Ну что, прекрасно, перемещаемся дальше. Кто у нас еще? Вот здесь кто-то есть. Капкан, это не то. Давай попробуем переместиться куда-нибудь вот сюда. Вот, и здесь кто-то у нас как раз есть. Кто? Ближайший вон, кстати, бегает. У меня нет ножей. Прикол в этом, что я не смогу по ним стрелять, если что. Так, у меня shift готов. Попробуем, попробуем, попробуем максимально. Максимально близко не удалось подобраться. Но все равно. Кто у меня там следующий? Маленький человечек. Не Томми Джарвис это случайно? Давай-ка активируем. Это Томми Джарвис, собственной персоной. Стрелять будет, подонок. Надеюсь, промажет так же, как его дружок. Я иду за тобой! Улепетывает. От меня далеко не уйдет. Так, у нас здесь есть нож. Мы потеряем немножечко времени, но ножик возьмем. Это важная штука. Так, Томми! Томми! Где ты? Не вижу. Не вижу, куда ты делся, подонок. Исчез, трусишка. Вон он там бежит. Так, ладно, полетели. Вау! У-ху! Черт, застрял, 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 застрял. Немножечко, надо от него избавиться. Он сильный противник, у него есть ружье, может повалить меня. Там еще второй, кто-то там. Неужто на лодке пытается скрыться? А, это мой домик! Это мой домик, так их здесь трое. Как это прекрасно, как это прекрасно. А, попал. Слушай, они реально хотят меня убить, что ли? Не может быть. Подожди, 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 подожди. Не позволим, говорит, взять меня. Не одела, не одела, не одела, не одела свитер. Ну что, поехали. Поехали. Капканчик уже кто-то здесь попал. Ну что, полетели, давай. Попробуем сейчас их схватить, попробуем. Опа! А, иди ко мне! Иди ко мне! Подружайка!
Вот так вот добывали золото. В эпоху золотой лихорадки. Вот и нормально. Хорошо тебе? Все, можно за свитер особо не беспокоиться, потому что... Все-таки должна девушка взять этот свитер. А девушка только что осталась лежать там. Пойдем сюда. Это хлев, по-моему. Нет, это дом. Здесь у нас кто-то есть. У нас нет капканов больше никаких. Так что будет сложновато, конечно, здесь с ними разбираться, но все же я попробую. Так, это Джарвис. Джарвис собственной персоной. Как это здорово. Иди ко мне, мой маленький. И негр тоже здесь, кстати. Ну, зашибись. Прекрасно. У-ху! Здорово, чуваки! Так, а у Джарвиса, по-моему, нет даже... Слушай, как мне ломать дверь на рейджи? Вот у меня правая кнопка мыши. Вот правая кнопка мыши. Я пытаюсь как бы ее активировать. Ничего не получается почему-то. Да, прекрасно, молодцы. Классно вообще выбросили. Просто зашибительски. Вы прям используете вообще как надо. Так, а, вот рейдж активен теперь. На тебе! Так, прекрасно. На! Иди сюда, сказал. Ох ты, блин. Топором. Топором. Да быстрее, 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 быстрее. Нажимай на Е. Су, дорогая, сейчас у меня сведет. Ты никогда не можешь умереть. Кричит мне мамочка. И я ей верю. Так, ножичек нам нужен взять. Ножичек. Бери. Сколько их еще осталось? Ну-ка. Так, они побежали куда-то сюда, похоже. Хороший мой, вон он кто-то бежит там. Вон он кто-то хороший мой был. Здесь рядышком. Так, отключай. Так, смотрим еще раз. Еще раз смотрим. О, там в домике. Кто в домике живет? Давай-ка сейчас быстренько сюда перелетим. Не сюда. Так, у нас здесь отлично, у нас все здесь активно, нормально, все хорошо. Я их не вижу, вообще не вижу. Вон они, вижу, ходят там. Ходят, бродят. Два моих касатика. Время, кстати, уже на исходе. Нужно торопиться. Так, ломаем. Так, прекрасно. У них, по-моему, оружия вообще никого нет. Ага, здесь хочешь вылезти, ну давай. Хорошая идея. Хорошая идея вылезти здесь. Ломаем нафиг эту штуку. Так. Ну чё, как вам в темноте живется-то? Нормально? У меня рейдж активен, если чё. Я должен дубасить, чтоб он у меня... Давай. Вроде как из боевой стойки мы можем сильнее даже бить. Где они там? Не вижу их. Чё, запаздывает звук, заметили, да? Да что ж такое-то? Не заметил. Согласен. Kill them! Сейчас я их всех порешаю. А ну иди сюда, подонок. А ну иди сюда, подонок, я сказал. Буду сейчас, смотри-ка, бегать от меня. Будут бегать, не убегут. Попал. Так, поехали. У-у-у! Хватай его, где он? На! Джарвис! Джарвис, детка! Куда ты пошел? Так, негр за мной прямо. Ох ты, блин. Но он сломал свой топор. Потому что два удара и все. Давай. Бегай вокруг моего тела. Сколько времени, кстати, интересно, осталось? До конца. Ой, жизнь, боль. Смотри-ка, он прям рядом здесь стоит. Ты что, охренел, что ли? Вообще ничего не боишься, я смотрю. Так, негр где-то делся. Вон они двое бегают. Ну чё, Джарвис, с тобой надо заканчивать, чувак. Да, с тобой надо заканчивать. Гаси его, гаси. Ох ты, блин, успел. Я его хотел на крючки посадить. Жизнь, боль. Давай, хватай его. Вот сейчас ты от меня не уйдешь. Да! Давайте, как можно больше добиваний сделаем в этот раз. Ты хорошая подставочка будешь.
Так, ну и что, где у нас остался он? Полетели к нему. Полетели к нему. Естественно, на машине он убежать не сможет, потому что я тут уже оградил полностью все пути. Где он, кстати? Он где-то на улице бегает, если не ошибаюсь. Так, ножик нам нужен. Что он там делает? Чё он там кряхтит? Слышь, подонок. Ты чё там кряхтишь? На тебе! В ногу прямо! Еее! Это круто! Так, активируем сталкера. На всякий случай. Ну что, будем ломать дверь? Что нам еще остается делать? Давай попробуем из боевой стойки это делать. На тебе! На тебе! Давай, Джейсон! Давай! Дубась! Да, прекрасно. Так, где он? Ох, ты вон куда собрался. А ну иди сюда, касатик! Есть! Победа! 5 из 8 мы убили. Я не знаю, как остальные свалили. Я так и не понял. Полиции вроде у нас не было. Машина, может быть, на лодке уплыли. Вполне возможно. Но машина стояла. Скорее всего, на лодке свалили. Но в любом случае, мне кажется, это очень даже достойное и хорошее завершение серии. Сейчас посмотрим, как они свалили. Так, повышен уровень у меня. Далее, 1190. Hacked, murdered, brutalized, escaped. Один кто-то убежал. Кто-то всего один убежал. А все остальные просто отключились. Но мне кажется, неплохой результат. Всего одного человека упустить, но зато всех прикончить. Ну что ж, я рад, конечно, что все закончилось так плохо для вожатых, но хорошо для Джейсона. Если вам понравилась эта серия, несмотря на те фейлы в самом начале, которые были за нашего Адама, будь он не ладен, то обязательно поставьте лайк. Какой вывод я сделал из этой серии? То, что за косматого чувака играть мне как-то не прет. Ну просто вот не фартит, не как-то вот не помогает мне его длинные волосы, его крутая куртка. Не очень уверенный взгляд в том, чтобы победить. Будем играть в следующей серии уже за кого-то другого. Обязательно подписывайтесь на мой канал, добавляйте друзья ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме. Будем общаться. С вами был Маугли. Всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.